Здравствуйте, с вами Тенгиз Халзанов и испанский Стенго 365. Тема сегодняшнего видео будет фонетика эспаньола. Правила чтения букв Х, Х и Р. Начнем с букв Х и Х. Это тот самый случай, когда разные буквы произносятся одинаково. Но это происходит не всегда, а лишь в определенных случаях. Давайте разберем сперва букву Х. Буква Х дает звук Х. Позиции перед гласными Э, И. Хенде. Хесто. А также звук Г. Позиции перед гласными А, О, У. Гафас. Горилла. Гусано. И перед согласными Л и Р. Глобо. Груа. И в слогах Г, Ги. Герра. Война. Гитарра. Буква Хота производит звук Х. Перед всеми пятью гласными, а именно А, Э, И, О, У. Харра. Херинга. Хирафа. И также в конце слова релох. Буква Р может быть мягкой или твердой. Это все зависит от позиции буквы в слове. Давайте разберем. Мягкая Р читается в позиции между двумя гласными. Оро. Коро. Также в конце слога. Сердо. Барко. И после согласных Д, Ф, П и Т в одном слоге. Дрога. Фрио. Холод. Трен. Твердая эре читается в начале слова. Руэда. Радио. Либо сдвоенное Р. Р. Перро. Бурро. И также в начале слога после согласных Н, Л, С. Сонриса. Улыбка. Алрededor. Вокруг.
В следующем видео по этой теме мы узнаем разные варианты произношения «д», «х» и особенности произношения гласных в испанском языке, и также многое другое. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами был испанский Stembo 365. Nos vemos pronto!